Давай туда, в машину. Заходим. Я не вижу никого. Да, чисто, похоже. Вон, Сань, возле дома. Они кинули гранату. Хаешка. Ложись. Так, ну двое там вроде сняты были, да? Одного убил. Значит, там... Второй готов. Я левую часть от автобуса чекаю. Третий, по-моему, уже был. Да, еще один где-то там, в домах. На Н где-то. Ну, север. Там вот он. Стороны. Возле грузовика. Еще второй. Так, ну один где-то... Там... Вон двое. Во дворах. Где? Вышли. Гранату мне кинули. Возле дома. Победа. Все, мы убили всех. На мне прошли. Четверо мимо тебя прошли. Назад повернешь и убежишь. Кинул гранату. Вот слева это я понимаю. Еще. Вот справа есть двое. Как Арнольд Шварценеггер. Там где? Еще один. Кто еще? Там еще один справа. Кидает, блин, гранату. Следующий. Так, и двое стоят на респе. Они только что заспавнились. За забором они. Вот за белым забором, где откуда они выходят. Двое там. Say hello to my little friend. Да, сейчас увидишь. Еще двое бегут сами. Нифига отдачи. Я сейчас скоро глаз пробью таким. Давай, я прикрываю. Я бы на крышу залез. Конечно. А здесь можно лазать? К сожалению, нет. В зеркалибр можно лазить. Давай, выпускай дрона. Так, ну пока ты плохо справляешься. Теперь еще и достать не можешь планшет. Да у меня чего только не беру. Ну вот, в эту руку взял, теперь поехал. Да куда ты... Ты двумя руками сразу бери. Странно, никого не вижу, но, наверное, все опять там же. Так, подъезжаю к мешкам. Заехал за мешки, никого не вижу. Заезжаю за дом. Так, они стреляют по дрону, да? Да, это за домом. Один был. Так, вижу движение. Прям гранат в лицо прилетело. Вот это было опасно. Да, разброс, отдача, точнее, здесь сильная. Там еще один. Кидай флешку, а ты врывайся. Врывайся с СВД. Я еще одного снял возле автобуса. Ладно, сам ворвусь. Блин, успел убежать. Он был слеп и отступал. Так, патронов хватило. О, кстати, прицел можно менять. Там один остался. Ты где, Андрей, выходи. Я был в доме, меня убил другой чел в доме, который тоже... Да, но теперь у него получше оружие. Или похуже. Там последний в КС надо убить с ножа. Вон, вижу кого-то, это ты? Не знаю. Ай! Вот, есть. Так, новый ствол с рукояткой, эмочкой. Не знаю, кто это был, но кого-то я пришил. Не я. Где ты? Выходи на дорогу, асфальтированную. Ага, чтоб ты мне сразу хэт прописал. Да не переживай. Давай скооперируемся против него. Ты где, Андрей? Я вышел на асфальтированную дорогу. Фига себе, перегорела лампочка, надо заменить. Так, у меня аук теперь. У меня тоже аук. Ты его пришил? Или я его пришил? Нет. Ты... Мы, видимо, друг друга убили. Это да, ты... причем одним попаданием у меня уже пулемет. Не умею я стрелять нормально, мне надо пристреляться. Теперь я просто зажимать буду. Да, ну судя по всему, у нас уже есть победитель. Это молодой человек.
Как будто на упреждение шмаляет. Ну да, да, да. Это был ты? Нет, шмаляю не я. Так, теперь у меня калаш. Отступаю, отступаю. Вот это ты подпрыгнул, или кто это? Это был враг, видимо. Блин, они окружают, они зажимают тиски. Попал. Так, есть еще один. Ты мне хэт прописал, говно кусок. Потому что я мастер стрельбы, мастер спорта по этой игре. 90. Я карлик. Ты всегда им был, Андрей, ты всегда им был. А, все, сбросил центр, нормально стало. Блин, листопад меня напрягает. Как я вижу движение листьев. Это в моей маленькой комнате, блин, неудобно вообще. Ай, в глаз попали! Есть. Не стреляй! С пистолета меня убил в голову, чувак. Серьезно, значит, он уже победитель, да. Считай. Считай, да. Я даже прицелиться не успеваю. Печально, что я по звукам не могу ориентироваться. Подожди, нет, так у тебя бизон, значит, был уже. Бизона? Ты его пропустил, потому что у меня только что 90 стало. Кто-то уже щитом там. Блин, по мне стреляю, я не понял откуда, либо это рикошет был. Не знаю, но кто-то похож с ножом или щитом и с пистолетом. И он открыл охоту на меня, вон он. Эх, твою мать, пока прицелишься. Это ты, кстати, был. Да, я уже понял. Там щитом, аккуратнее, стреляйся. Да, вот возле красной машины. Бежишь, да? Да, бегу, бегу. Я жду тебя. Тут две, кстати, красные машины. Готов. Дробовик. Да, с щитом это, видимо, сам последний или что-то вроде того. Он, похоже, с ножом и щитом. Но я его пробил. Так, теперь у меня дробовик. Это был ты? РПГ. Эй, блин, неудобно брать. Ладно, нормально. Ладно, рукой буду держать. Вот это стабилизация в РПГ. Она как будто левитирует рядом со мной. И не подчиняется законам физики. Я вернулся к дробовику. На самоубийство, видимо. Да, рокет-джампа здесь, к сожалению, нет. Блин, да кто в меня шмаляет? Нашивается со всех сторон. Кого-то встретил. Так, на меня сейчас вроде как снова РПГ должно быть. Да. Главное себя не взорвать. Главное себя не взорвать. РПГ, кстати, тяжелый, я нормально бегать не могу. И, похоже, снаряд у меня только один. Вот это неприятно. Так, ладно, но есть нож. Андрей, если увидишь меня с ножом, не бей. Почему? Иди сюда! Наоборот, эти... Я помогу. Он перезаряжается. Я близок, я близок. Готов. Отлично. Чё, дробовик, это спас, видимо. Да подожди ты, я не могу, у меня ненормальный прицел, Сань, за что ты меня пытался убить? У меня дробовик на такой дистанции. Иди сюда. Ладно, давай поэтому поговорим. Я выжил. Живой? Давай на ножах, давай на ножах. Ну чё ты меня стреляешь, говорю, давай на ножах. Да я так, припугнуть. Да выходи ты, всё нормально, мы помиримся. Идёшь? Это не я, Андрей, это не я. Нет, возле тебя чувак еще один со щитом. Ай, твою мать, он меня убил и победил, похоже. Да, да.